Всем привет. Ну все, доделали мы фрезу, установили вот колесики. А, ну колесики, не знаю, видели его, нет. Вот, короче, мы установили еще лапы. Была какая проблема у нас? Сейчас вот, я еще сыроватая. Нравится колеса. Короче, он выпрыгивал из земли, вон там, видно, вот мы пахали, видите, он такой подпрыгивала фреза. Сейчас установили лапы, видите, как ровненько идет. Ну тут была земля укатана, поэтому она плохо. Ну вот сейчас вот мы здесь в этом огороде заснимем. Как бы уже по второму разу мы тут немножко прикопали, на газике заезжали в огород. Ну а сейчас хотим, ну, здесь вот по второму разу пройти, так сказать. Посмотрим, как грубо идет она, ну, можно сказать, по пухляку сейчас уже получается. Уже не такой укатанный огород, так сказать. Ну, мне, в принципе, нравится, как она идет. Ну и посмотрим. А потом поедем еще там на поле, на то. Там пройдем одну борозду. Как раз. И мы будем вот сегодня, вот завтра картошку садить. Как раз вот у нас. Сегодня, кстати, 1 мая, все с праздником. Ну, уже с прошедшим, наверное. В общем, такое будет, говорю, сейчас видео, небольшие испытания, так сказать. В принципе, кто-то мне там писал, не потянет он туда-сюда. Ну, мне вполне нравится, как он тянет. И глубина меня вполне устраивает. Да, не как сороковку по самую раму он не пашет, сороковка, вот так она залазила. Но это куда нафиг 30 сантиметров. Сейчас идет где-то вот так, да, Андрей Иванович? Выше. Выше? В смысле, глубже, вот так? Угу. О, так это уже много идет. Ну, она сейчас и взрыхляет. Ну, давай сейчас покажем, как она пойдет. Работаю я, получается, у меня сейчас включено заднее и заднее на двух коробках. Вперед он едет тихо, назад едет быстро. Потому что назад 4 скорости получается. Мне, в принципе, нравится такой режим. Маленько она подпрыгнула, потому что здесь укатано. Сейчас вот посмотрим, как вот здесь идет. Встань сейчас сзади прям, засними ее, как она. Переборщить, Андрей. По-моему, я уже, да, переборщил? Да ей нормально.
так вот получилось вот в этом огороде. Видите, по второму разу он идет вообще отлично. Да, где огороды будут такие утоптанные довольно, я думаю, она будет скакать всегда по утоптанным огородам. Не знаю, как вот будет идти, знаете, вот есть огороды, многие люди так копают. Скорее всего, будет тоже кривоваста получаться. Когда копают, лунки не закапывают, и, короче, весь огород такой, как после бомбежки, там бывают прям ямы вот такие вот, реально полметра, как вот здесь вот сейчас были накопанные. Там, я думаю, будет маленько кривоваста получаться. Ну, а сейчас давайте сгоняем на поле туда, пройдемся, там песок. Ну, там пахано было в том году, картошку мы даже садили. Только мы, по-моему, не выкапывали, да, там, ее там нифига не уродилось. В общем, сейчас съездим туда на поле и попробуем там, как она пойдет. Там уже реально уже как бы никто там, так сказать, не топтался особо. Ну и посмотрим, что получится у нас. Так, а еще я, кстати, забыл вам рассказать, может, кто не видел видео, может, первый раз кто на моем канале. Так сказать... Маленько про трактор. В общем, установлен двигатель здесь жигулевский 06. Работает на газу. Вот баллон. Жигулевская коробка. Обычная четырехступочка. Рулевой редуктор москвичевский. Тут балка тоже часть москвичевская. Но это так. Нам по трансмиссии больше. Вот жигулевская коробка и коробка ГАЗ-52. И мост ГАЗ-53. Ну, он укороченный, вот полуося обрезанная получается. Все. Вот такая конструкция. Фреза у нас работает, получается, задняя и задняя. Когда первая и задняя была, маленько он это, ну, быстровато ехал, короче, не сильно замедленная скорость. И что интересно, вот в прошлом видео мы устанавливали там колеса поменьше, у нас были широкие. Но на них вот в такой даже варианте, вот сейчас вот, ну, вот мы сделали, поставили вот колесики, эти стрелки поставили культиватора, он хуже ехал. Вот поставили вот эти колеса, как бы родные его, от Т-25 колес, вот эти задние, он поехал намного сейчас лучше. Ну, не знаю, сейчас вот мы еще, можно сказать, в целине в такой не пробовали. Ну, какая она целина, вон она, огород. Вот такой. Вот такая здесь довольно плотная земля. Но в прошлом году мы здесь пахали тоже фрезой вот этой же, на Т-40. Мы с пироплугом проходили, а потом фрезой. Ну, в Т-40, как мне там один интересный комментарий написали, как говорится, дым в трубу не помещался. Ну вот не знаю, как сейчас это. Ты сейчас, кстати, поснимай вот с этой стороны, где выхлопная труба. Хотя дым, я не думаю, что сильно будет видно. В общем, давайте пробуем вот здесь. Пойдет, не пойдет. Заглохнет, не заглохнет. Все, включаем вот задний, задний. Сейчас вот я ехал. Во-первых, как бы вот эта коробка, я ей особо не пользуюсь. Она по сути как раз установлена. ГАЗ-52 стандарт. Не знаю, конечно, насколько всего этого хватит. Включаю заднюю. Там там нормально, знаете?
считаю, достойно идет. По крайней мере, по нагрузке он вообще неплохо идет. Ну, тяжеловато трактору, да? Ну-ка, пойдемте глубину глянем. Давайте в конце посмотрим. О, ну это с пухляком вместе. Да, здесь, в принципе, так же. Ну, куда больше-то? Тем более на песке, я считаю, достаточно. На черной земле он, я думаю, полетит. Стань. Так же. Глубина равномерная. А ты по бокам смотрел, да, докуда он садится? До этих букс? Больше. Ну, по раму, короче. Посередине букса. До синей рамы, короче. Нормально. Ну что, проходик назад вернуться. Кстати, здесь кирпичи выпадают. Не знаю, сейчас посмотрим еще на ножи, что там с ножами. Сейчас вот по этому краю пройдем. Вообще отлично идет. И он быстрее идет сороковки. Вот что я заметил. Намного быстрее, да, сороковки? И дым, как говорится, в трубу помещается очень хорошо. Так, ну все. Закончили мы пахать. Ну, в принципе, среза сами видели. Идет нормально. Здесь не будем мы допахивать этот край, ну и нафиг. Поедем сейчас домой. Давайте посмотрим ножи на месте все. Нету там этих? Нет, сломанных. Проволоки намотала только. А? Проволоку намотала. Да тут грязная гору. Нормально. Ножи целы. В общем, вот такое было видео. Оценивайте, комментируйте. Заходите в плейлист «Самодельный трактор». Ну и как говорится, всем спасибо за внимание и до свидания.